Как-то морозными зимними выходными мы решили активно катануть по местам Золотого кольца. Сергиев Посад, Углич, Мышкино и так далее. Запомнилось посещение населенного пункта Мышкино, музея Валенки. Чего только нельзя сделать из валеной овечьей шерсти. Предлагаем вам немного пробежаться по музею благодаря этому видео. В начале немного гончарного мастерства. Очень тяжело и очень трудно работать. Практически все изделия начинаются вот именно с таких заготовок. Ну вот, стакан у нас готов. А теперь будем делать само изделие. Аккуратно начинаем формировать бачок. Вот он. Горловиночку нужно подтянуть. Вот сейчас верх мне не очень нравится, я его поправлю. Краешек подгибаем, то есть делаем губу. У них мыши живут в своем домике, да каждая на своем этаже. Первая многоэтажка нашего города, но не единственная. Валенки матрешки шагают по дорожке, здесь тоже имеются. Ну и валенки мышкинские театральники. Каждый год у нас проходит такой фестиваль, и наши дамы ходят на него именно в такой обуви. А кто главная хозяйка музея валенок? Мышь. Мы же в Мышкине. Мышь. Да какая мышь? Овечка, ее же шерсти мы делаем валенки. Так, теперь я вам предлагаю переместиться вот сюда, закрыть с собой нашу картину. Вам все будет видно. Вы оставайтесь здесь. Здесь небольшое приусадебное хозяйство, правда, валено, а вот вверху валенки с крыльями, валенки бога Гермеса. Когда-то он пролетал над нашими краями, сделал заказ. Заказчика мы ждем до сих пор. Для самых монис валенки на каблуках. Ну а если вы соберетесь удивить своих родных и близких, то вам впору выходить в валенках в стиле диско. Эти валенки лично знакомы с Андреем Малаховым, ведь когда-то принимали участие в программе «Большая стирка». Ну а если Сережа Зверев, не дай бог, приедет, подошву увеличим и такие валенки обязательно подарим. А вот эта мышка принесет вам удачу. Нужно только немножко постараться. Либо ушком к языку прислониться, либо пупок почесать. Она любит оба действия. Селфи тоже любит делать, так что потом подойдете, все сфотографируйте. Валенки выставки «Волжский сквознячок», летние с кондиционером, подойдут на любую ногу, ведь они на липучках. А вот в раме самые старые валенки, им больше 100 лет. Подошва обработана лосиной кожей, это самая настоящая вышивка. Ниточка на пол толщины валенка туда углублена. По истории, по легенде, Мышкино считается, что эти валенки принадлежали доктору местному, которого в народе звали просто доктор Рубль. Дело в том, что идя на прием к богатому человеку, за прием он брал рубль, а идя к бедному, выписав рецепт с лекарствами, он под этот рецепт тот самый рубль и клал, чтобы... Бедный человек за счет другого смог поправить здоровье. Но как только доктор узнает, что этот человек рубль пропил, больше он к нему никогда не придет. Ну а на подоконнике буквально вчера перед вашим приездом расцвел наш кактус. Даша им очень повезло, что приехали именно сегодня. В Мышкине своего производства нет. В Мышкине своего производства нет, но есть у нас два градообразующих предприятия. Одни гоняют газ, Газпром, другие нефтранснефть. Но и они находятся далеко за пределами нашего города. Поэтому воздух у нас экологически чистый, по трудно соответствующим паспортам. Поэтому вдыхаем глубже, вдыхаем реже. Ну и в Мышкине, как в анекдоте, у нас две педали. Одна газ, другая нефть. Как и любой уважающий себя город, Мышкин и тюрьму. Когда-то. Сегодня ее нет, знания мы сохранили. Надеемся, там появится гостиница, и вы все сможете переночевать на нарах.
Ну а пока тюрьма только здесь, и здесь живут наши самые озорные мышки. Сейчас они то ли на прогулке, то ли в цирюльном месте, прошу просить. Может, где увидите гуляющих наручников. Во всем мире говорят, два сапога пара. А у нас говорят, два валенка пара. Вот они стоят, любуются, сейчас стесняются. А так иногда еще и целуются. Ну и вверху, под потолком, пилоты на самолетах. Летают и смотрят, откуда же к нам идут гости. Быть может, скоро мы вас будем встречать и по воздуху. Ну что ж, смотрите, фотографируйтесь к мышке, подходите. Минутки 3-4. Будет у вас свободное время, обязательно посетите Мышкино. Там много всего интересного.